подъезда возле дома стоял он с сыном и еще соседом. И приехали вот эта труба, бац, и нас. Убили украинские. Там подстанция была, они под станцию, ну оттуда осколки полетели. Сына Вадим, 51 год, было ему 11 марта, а 14-го. И внуку 20 лет перебили ноги, и не знаем где ничего. А его не вывезли там где-то? Как? Вы же не представляете, что там творится, там же ад. У меня осколок вот в руке, это вот муж, больной лежачий. Не знаем, где дочка еще, и не знаем, где внучка. Люди убегают, а им стреляют во дворах, там трупы лежат, там двор услан этими трупами. Козов, до чего наглые, 14-го убили сына, 15-го там, через балкон залезли в квартиру и пришли к невестке, говорит, дай переодеться. Уже ж россияне гоняли, дай переодеться, а она сама в квартире. Вот достает одежду и говорит, это моего мужа вы вчера убили, это сына ранили, вот берите. Они у нее переоделись, одели сына моего убитого, костюм и внука, и ушли. Это можно, это вообще, я не знаю, как можно пережить. Убили сына, ранили внука, потом пришли, одели одежду ихнюю и ушли.